8 часов 10 минут на студийных, друзья. Это программа «Твое утро». Сегодня пятница на календаре, 29 июня. Месяц первый летний подходит к своему логическому завершению. Сегодня мы официально, вот как два солнышка желтых с Димой в эфире, открываем купальный сезон. Уже кто-то открыл для себя, да? Но мы говорим также и об осторожности на речках и водоемах Актюбинской области. И не только. Наша задача предупредить вам, ни в коем случае мы не навязываем мнение, что не делайте это не так. У вас прежде всего должна быть у всех своя голова на плечах. В гостях программы «Твое утро» руководитель дежурно-диспетчерского отделения оперативно-спасательного отряда Актюбинской области ДЧС, наш хороший друг Оксана Николаевна Кичигина. Доброе утро. Доброе Оксана утро, Николаевна. Итак, сколько пляжей действует на территории города в этом году? На территории города в этом году у нас действует 14 пляжей, два из которых так называемые муниципальные, то есть бесплатные пляжи. А остальные 12 – это частные пляжи. А вот это удобно, да, давать в частные руки, потому что и чистоту наведут, и порядок, да, и безопасность либо нет. Вот. Как-то они отличаются? Нет, ну, конечно. Удобнее, я считаю, давать частные руки пляжи, потому что действительно человек, который взял эту землю в аренду на какой-то энный срок времени, он там ее и благоустроит, и наведет порядок, условия и какие-то, условия, да, какие-то создаст, да, то есть можно будет и нормально отдохнуть, и нормально покушать, и что нельзя сказать вот о других пляжах, допустим, о тех же вот сейчас вот в данный момент муниципальных. Вот смотрите, сейчас открыл социальные сети, здесь оператор сейчас покажет и вам покажу. Только что опубликовали, вот, касса вход взрослый 500 тенге, детский 200 тенге, детям до 3 лет бесплатно. И, соответственно, комментарии человека. Добрый вечер, хотел с семьей вчера вечером искупаться, поездили, посмотрели, везде платно, заехали на Кирпичный возле моста, думали, такие цены, это неправильно. Народ хочет искупаться, но не все же могут так заплатить. Многие были возмущены. Дети плакали, хотели на речку. Итого заплатили 3000 тенге за какие-то 30 минут. Обращаюсь к владельцам пляжей, это неправильно. Вот эти народ уже хотят, да, сервиса, сами, значит, приехали, насорили, уехали, а на платном пляже, значит, 500 тенге – это дорого. Вот вы сами как считаете? Ну, я считаю, если созданы условия, если действительно можно хорошо отдохнуть, почему бы и нет? Но если просят заплатить денег за вход, то есть и условия должны, да, действительно. Соответствовать. Да, лежаки какие-то, да. Не обязательно, смотри, привлекшаки к этим курортам, да? Лежаки. Нет, но нет, все-таки условия за что-то должны, мы должны платить, быть, да. Правильно? Человек платит деньги, соответственно, он должен знать, за что он заплатил. Соответственно, там должно быть, ну, скажем так, не по высшему пускай разряду, но все должно быть цивильно, культурно, чистенько должно быть, не должно быть никакой антисанитарии, все должно. Ну и, соответственно, безопасность. Должны быть спасатели, должны быть медики, должен быть медпункт, чтобы, то есть, эта зона отдыха или база отдыха соответствовала элементарным условия. А кто-то нормальным контролирует их, владельцев частных? Ну, мы по своей линии контролируем. Мы обучали для них дружинников-спасателей, которые у них будут на протяжении всего купального сезона дежурить. И, соответственно, при открытии пляжа, когда мы вот выезжали с комиссии, с городского акимата, условия, помимо спасателей, должны быть обязательно, медик должен дежурить. Ну и, соответственно, они сдают вот эти вот, это уже, конечно, не наша компетенция, они сдают пробы воды, пробы песка в СЭС. То есть там есть ряд разрешительных документов, которые они должны пляж подготовить к купальному сезону, и только после этого разрешается открыть этого пляжа. Оксана Николаевна, вы проверяете пляжи только в начале купального сезона, либо у вас есть какие-то определенные периоды, когда вы выезжаете? Наши водолазы проверяют один раз в год перед началом купального сезона. Это где-то конец мая месяца. Но если с 1 июня открывается купальный сезон, где-то с 20-25 мая мы начинаем проводить водолазное обследование, очистку дна всех пляжей. Очистку дна? Да, очистку. Много мусора, честно скажите? Ну, если взять вот эти вот пляжи, которые уже у нас не первый год, частные пляжи, там, конечно, там охрана круглый год практически везде. И там чисто там, если немножечко чего-то там нанесло, какой-то мусор, как, какие-то арматурины, какой-то там, какие-то бутылки пластиковые, то это в небольшом количестве. Что же касается тех пляжей, где они функционируют только в 3 летних месяца, там, конечно, весной мы приходим, чего только нет. Вот скажите еще, какие вообще требования предъявляете хозяевам пляжей?
требования. Ну, соответственно, вот как я сказала ранее, чтобы соблюдалась безопасность в первую очередь. А если есть прокат плавсредств, значит, должны быть спасательные жилеты. А обязательно, как вот я говорила ранее, требования должны быть спасатели, должен быть медик. Да, ну, если не ошибаюсь, да, на частных пляжах, да, они, кроме условий чистоты и порядка, еще музычку ставят, можно потанцевать, дискотека какая-то. Вообще есть места, где категорически нельзя купаться? Да, такие места у нас в городе есть. Это завод, район завода «Силикатная река», «Элек», мост на поселок Росовхоз. Значит, это так называемая Жилгородская плотина «Бурляшка» наша за Жилгородским пляжем, вниз по течению, место запрещенное для купания. Это старый новый земснаряд. Это... получается, с правой стороны на мост на поселок Заречный и Актюбинское водохранилище. Здесь купаться запрещено. А вот как людям узнать, что запрещено купаться? Ну, благодаря вам мы об этом говорим практически все время, не только на протяжении купального сезона. И, конечно, в этих местах, вот мы уже выставили, 38 знаков у нас уже стоит. Еще они помогают, Оксана Николаевна, эти знаки? Ну, в какой-то степени помогают, в какой-то степени нет. Либо их обходят стороной и купаются. Либо их обходят стороной и купаются, но это в лучшем случае. В худшем случае эти знаки просто ломают и портят. Смотрите. А вот опасность, она в чем? Вода грязная, то есть не проверяется, либо, да? То есть человек, неужели такие глупые люди, что сами себе могут навредить? С нашей стороны опасность, если мы запрещаем купаться, она связана с тем, что это место несет какую-то угрозу для жизни человека, когда он будет здесь купаться. То есть большая очень глубина, недопустимые нормы, потому что по нормам, ну, 3 метра глубина для нормального человека, это как бы нормально, да? То есть даже если он начнет тонуть, когда он начинает проваливаться в какую-то вот эту ямку глубиной больше 2 метров, до 3 метров, объем наших легких рассчитан на определенное количество воздуха. И вот этот вот воздух, который он успел захватить, даже если он внезапно провалился в эту ямку, ему хватит этого воздуха для того, чтобы опуститься на глубину 3 метра, оттолкнуться и всплыть снова на поверхность. Если глубина больше, это уже чревато какими-то последствиями. Соответственно, сильное течение, соответственно, водовороты, если есть. Поэтому там, где выставлены знаки запрещающие, я всегда говорю, это не потому, что нам просто захотелось их там поставить, а потому, что это место несет угрозу для жизни. Вот и напомним, есть ли пострадавшие, которые во время купания травмировались и были зафиксированы в департаменте вашем? Такие, допустим, травмированных у нас нет. У нас с начала года этого есть 5 человек спасенных. Это 3 детей в паводковый период, вернее, в период ледостава, ледохода, которые были на Актюбинском водохранилище на льдине. И 2 человека уже вот буквально в купальный сезон на Актюбинском водохранилище, которые катались на скутере, превысили допустимую скорость и перевернулись. Да, ну хочется, да, чтобы таких моментов было действительно меньше. Мы вам искренне от всей души желаем удачи. И пусть это лето будет особенно... Пусть оно выделится. Меньше жертв. Оксана Николаевна, спасибо вам за беседу. Легкую такую, я думаю, душевную. Все равно лучше так информацию подавать, чем говорить, не купайтесь, не ходите. Мы вам говорим, как все есть, доступно, друзья. Да. Все правда. Спасибо, хорошего дня. А впереди у нас еще один гость в студии в программе «Твое утро». Мясокомбинат «Рокос» и жилой комплекс «Бата Сорда» желает вам всем отличного настроения и бодрого дня. Будьте аккуратны, друзья. Не переключайтесь, вернемся в эту студию.